Мы не станем с этим мириться. Такое поведение необходимо пресекать. Но, конгрессмен, это же вы звонили. Дело в том, что за свою жизнь я совершил, думаю, более 100 000 телефонных звонков, из которых лишь 1% был непристойного содержания. Сколько это? Около 1000 звонков? Да, это ровно 1000. Всего 1000 звонков были грубыми, непристойными и сексуально извращенными. Я бы рад не совершать эти звонки, но это лишь 1000 из 100 000. И такой расклад я считаю крайне практичным. Я не могу выдвинуть такой законопроект. Меня же распнут. Никогда в жизни Конгресс не позволит вашей компании писать «сделано в Америке» на товарах, сделанных в Китае. Но почему? Ведь городок в Китае называется Америка. Вообще-то он называется Меракай. Мы с братом создаем рабочие места. А значит, можем помочь кандидатам в Конгресс. У меня связаны руки. Вот жалость, да, Уэйд? Да. Когда мы закончим, избиратели будут считать вас марксистом. Или узнают, что у вас на быстром наборе все шлюхи Вашингтона. Все понятно. Когда эта семья подключила к телефону автоответчик, они взяли на себя груз ответственности. Тему Брейди конец. Он потерял доверие своего округа. Давай выдавим его. Спонсируем человека, который поможет нам изменить здешние порядки. Кого мы можем выставить против него? Так, Джим Сентон сидит за хищение фондов в гослотерее. Жак. Сын Реймонда Хаггинса. Марти. Тот, что с приветом. В политике таких больше половины. Почему в 2012 году у них все еще стоит автоответчик? Почему они лишены благ цивилизации и не могут себе позволить ничего из новинок современной... Набери его.